Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет мастер-класс «Попугайчик» в технике оригами по книге Александра Курлянского «Приключения попугая Кеши». Для мастер-класса нам понадобится квадрат цветной бумаги со стороной 21 см, черный фломастер и ножницы. Вначале мы складываем наш квадрат по диагонали. Раскрываем, поворачиваем и еще раз по диагонали. Снова раскрываем квадрат и складываем его пополам. Еще раз раскрываем, поворачиваем. Складываем пополам. Раскрываем наш квадрат и прогибаем углы внутрь, чтобы у нас получился ромбик. Внешние стороны мы загибаем к центральной линии. Переворачиваем и делаем с другой стороны то же самое. Загибаем верхний треугольник. Разгибаем боковые стороны. Приподнимаем верхний листочек и раскрываем наш квадрат полностью. Теперь складываем его по диагонали. Здесь есть линия. Мы должны аккуратно простричь ее ножницами. Теперь складываем наш квадрат обратно в ромбик. Загибаем боковые стороны. Раскрываем их. Поднимаем верхний листочек до линии сгиба. И вкладываем внешние стороны внутрь. Переворачиваем листок и делаем то же самое с другой стороны. Загибаем уголок обратно вниз. Сверху у нас остается короткий треугольник, который мы стригли. Это будущие лапки нашего попугая. Мы берем маленький треугольничек, загибаем вдоль центральной линии. Со вторым делаем то же самое. Теперь раскрываем эти треугольнички, раскрываем и
вращаем ромбик. У ромбика загибаем боковые стороны к центральной линии. Раскрываем их обратно и выворачиваем в длинный ромб, вкладывая внешние стороны внутрь. И отгибаем верхнюю сторону обратно вниз. Повторяем те же манипуляции со второй лапкой. Загибаем наши лапки и складываем поделку пополам, лапками внутрь. Отгибаем боковую сторону вдоль центральной. Переворачиваем и отгибаем вторую сторону. Раскрываем поделку обратно. Внутренний угол мы загибаем к центральной линии с обеих сторон. Снова складываем поделку пополам. С одной стороны у нас три уголка, с другой один. Со стороны, где три уголка, мы берем самый верхний и загибаем таким образом к линии. Раскрываем, выворачиваем и загибаем к другой линии. Теперь мы раскрываем этот угол и поднимаем его кверху. С другой стороны делаем то же самое. Это крылья нашего попугайчика. Острые уголки крыльев мы немножечко подворачиваем внутрь. Теперь мы загибаем шею попугайчика параллельно лапкам. Раскрываем обратно и прогибаем треугольник внутрь. У нас получается голова. Раскрываем ее снова. Клювик загибаем к верхнему треугольнику. Делаем линию сгиба, отгибаем треугольник назад, делая ступенечку. И закрываем голову обратно. Поворачиваем клювик вниз, раскрываем его и загибаем вниз. С лапками то же самое. Подворачиваем их вниз.
раскрываем и продавливаем вниз. Осталось нарисовать глазки. Берем фломастер и рисуем глазки с обеих сторон. Наш попугайчик готов. Спасибо за просмотр!